мы подходим и к гармонии. Остановка автобуса, люди на работу, а мы ходим, снимаем. Подходим мы наконец-то к гармонии. Так, телефон садится, надо ускорить шаг. Сегодня дойдем до гармонии. Вот там коттеджи новые. Покупайте, люди, коттеджи в Ставропольском крае, город Михайловск. Посмотрите, какая местность. Так, надо один раз подойти к Захарченко и сказать: я на весь мир твои дома рекламирую. Отстегни мне немножко. Что у нас здесь? Здесь видно уже новые дома. И чего только нету. Все здесь есть. Что вам надо? Все здесь есть. Двери, автостекла, ремонт, сколы, замена, автоэлектрик, прошивка, шиномонтаж, правка дисков. Удаление катализатора бесплатно, прошивка. Вот, видите, вот эта реклама, но ее не видно. Приближаемся, приближаемся. Дойдем, наверное, сегодня до светофора. А в следующий раз продолжим путь по гармонии. Солнце светит, будет все затемненное, наверное. Все, вот он, светофор начинается, машины встали, и мы устали. Пойдем обратно. Вот она, эта гармония начинается. Вот она, гармония. Начинается гармония. Гармония. Гармония.